12 января вышла Linux Mint версия 21.3, и она доступна для скачивания на официальном сайте. А что нового, вы можете посмотреть в текстовой статье на моем сайте или в видео на YouTube. В данном же видео расскажу, как можно обновиться с предыдущей версии, например, с версии 21.1 или версии 21.2, как в моем случае. Перед обновлением необходимо создать резервную копию системы. Сделать это можно при помощи TimeShift. Здесь необходимо выбрать накопитель, на котором будет храниться резервная копия. Далее необходимо выбрать, для каких каталогов будут созданы резервные копии. И нажать «Создать». После этого создастся снимок, который можно восстановить в случае неудачного обновления. После этого необходимо обновить все пакеты до последних версий. И в менеджере обновлений нажать «Правка», «Обновить до версии 21.3». Здесь можно прочитать примечание к выпуску. Что нового в новой версии? И на последнем шаге принять риск. После этого ввести пароль администратора и обновить. После обновления необходимо перезапустить систему. И как можно увидеть, все успешно обновилось. На этом обновление завершено. До встречи в следующих видео.